Здорово, народ, с вами Имба. Сегодня вас ждет, наверное, самый нединамичный и не имбанутый видос на канале, а скорее с точностью наоборот, спокойный и релаксный. А также он, скорее всего, предназначен для самых настоящих олдов мобильных головоломок начала этого десятилетия. Даже как-то символично получилось наткнуться на эту кастомку на пороге нового десятилетия. Ну что же, буду рад, как обычно, почитать ваши комментарии, сколько пар вы провтыкали в свое время и какие набили рекорды в 2048. Эй, Черная Пятница уже на SGM Luck. Заходи на сайт и попробуй новую линейку Black Friday, где каждое третье открытие бесплатно. Лови бешеные скидки, бустер-паки и забирай крутые скины за копейки. Торопись, халява не будет длиться вечно. Ссылку и промокод найдешь в описании. 2048. Я правда не знаю, в какой момент можно выиграть в этой игре. И можно ли вообще в ней выиграть. Набрать. Логично. Думаешь? Думаешь, да. Тоже, да, вспомнил? Жаль, что в новом Варкрафте не будет этого звучки. Анимация что-то так себе здесь. Угу, подглючила. Не, ну что хочешь, она вообще-то, ну, Дота рассчитана на такой бред. Мне кажется, Дота рассчитана на что угодно, если хорошо постараться. 20-48. Я проиграл. Уже? Все? Уже? Хорош. Ни разу не играл лучше. Ну, я думаю, тут принцип вообще понятен максимально. Чего нет? Ну, тебе нужно так двигаться? Я все понятно, где нужно играть в Доту. Здесь нужно... Только единственное, здесь, когда, получается, застреваешь, ну, вот я... У меня вправо нечего двигать, я нажимаю вправо, но все равно, ну, появляется новый. Ну, тогда и появляется. Не, это не баг. На телефонах точно так же. Не, нужно сместиться обязательно. На телефонах нужно было обязательно двигать. То есть тут, в принципе, я не знаю, тут надо очень хорошо... Чтоб тебе не подфартило, как мне сейчас. Так, не, нормально, все хорошо. Ой, вообще замечательно получилось. Слушай, ну это, наверное, будет самая залипательная кастомка вообще в мире. Это можно назвать кастомкой? Нет. Привет, привет. Здравствуй. Здорово. Не сильно отвлекаю? Да так. Сильно. Катка, стримчик. Записываем кастомку. Пытаемся, да, тут что-то непонятное. Я бы не сказал, что это кастомка. Но это кастомка. Извините, я тогда мешать не буду. Давайте. Заходите снова. Так, у кого там сколько уже? 256. 256 максимально. У меня 128. Двоечка, куда ты тут появилась? Зачем? Так, надо как-то их соединить. Хотя, в принципе, у меня сейчас как соединяться, там миллион штук их. У меня двоечка руинер. Двоечка руинер. Как там правый коронный, двойка похоронный? Все, я проиграл. Уже? 1792 у меня. Там рестарт можно нажать? А, нажал. У меня 256. Я тоже проиграл. 2808. Да, у всех 256. 2808 проиграл. А если просто вот постоянно нажимать, интересно, то что из этого получится? Я так вот и проиграл сам начал. А ты тоже только налево нажимаешь? А, ну, когда как. Ну, в принципе, да, в основном только налево. Так, 16, 32, 18, 16. А, вот так. Вот, 512 уже. Отлично. Я тут сейчас просто рандомно понажимал кнопочки, у меня уже дофига стакнулось. Лучшая кастомка моей жизни. Вы уже начали? Сложно сказать, начали мы. Ну да, тут как бы больше да, чем нет. Ух ты, я умудрился проиграть, не собрав 128.
Все, рекорд. Даже я проиграл опять. Так, 256, отлично. Не могу понять, что это у меня обновляется на 1.5 гига. Да фиг его знает. О, так, сейчас будем не проиграть. Вот так, вот так. 16.32, 8.4, 8.16. У вас цвет экрана меняется или это у меня просто галлюцинация? Нет, это сейчас ночь наступила. Чисто ночь наступила, понял. Так, 32, 2. Блин, двоечка там можно? О, спасибо. Блин, какая же это залипательная тема. Шестнадцать, 32, 64, 128. Отлично. Спасибо. Как эту двойку из угла вытащить? Вправо, влево двигайся. Она получится в другом углу. Ну, тут нужно особыми всякими хитростями доставать. Ты, в принципе, можешь в одну сторону постоянно нажимать, а главное держать, типа, знаешь, как по возрастанию, чтобы у тебя следующая стаковалась дальше. А, блин! И в одном ряду, то есть, чтобы, допустим, слева снизу вправо внизу должно идти как по возрастанию. То есть, слева снизу меньше всего, справа снизу больше всего. Так-то у тебя получится поярче стакать. У меня руинеры на четверочке. Вместо двойки появилась четверка, и все заруинило. Да, то же самое. Только что то же самое произошло. Я не знаю, как я сейчас сделал это, но у меня прям вообще четенько все сошлось. А, еще один руинер на четверочке. Ну что за двойка, откуда ты взял? Вам точно не нравится эта кастомка? Все, я проиграл опять. 5340. 5340, ничего себе. У вас только бест. 1024, ура! Сколько еще раз? 1024 собрал. А надо 2048 вообще. Так, фу, чуть не проиграл только что. Кинул в активити. Красота. Ой-ой, это нехорошо. И ничего не собирается, да? Тридцать два, 512 уже есть. Ой, ребята, там акции. Это у кого там акции бегают? А, у меня тоже. Здорово. Вы меня отвлекаете. Внезапно просто акции повылезали. Еще карта. Еще если даже... Ребята, еще можно это, акцию, если даже быть на акции, карта будет обещаться. А, 5640. 5640, твою мышь. Ладно, бог любит троицу. Сейчас я, тут... собираю, я тоже. Я единственный, который пока не проигрывал. А сколько у тебя сейчас? У меня... Так-то 1024. Смотрю, у вас там максимум сейчас 256 у Жени. А так-то у меня чечи уже, блин, почти 10к. Нифига себе. Ну, походу, да, ты у нас 5, рекордсмен. 5340 было. По счету у меня 5700. Как кубика Рубика собирать? Жень, твоя тема. Ты ж у нас на Рубике задротишь. Я ни разу не собирал. Ну, а на Рубике кто у нас любит играть? Сколько у тебя там винрейт на Рубике? 30 к 50%.
Уверена? Или так? Не уверена. Фу, мне показалось, что сейчас проиграю. Это каждый ход мой, кажется. А, руинер на четверочке опять. Так нравится, когда почти весь ряд, ну, почти все клеточки заняты, и в какой-то момент такой ты одну двигаешь, и херакс, все соединилось. Или наоборот. Я так понимаю, первый, кто соберет 20-48, тот и победит, да? А вы потом еще раз будете ли? Возможно. Нет. Я бы хотел с вами поиграть. С большей долей вероятности нет, но все может быть. Жалко. Короче, пока вы будете играть, я скачаю. Серьезно, 2968, ё-моё. Ладно. Вот если что, вниз и вверх лучше двигать. Я проверял. Да. Оно не это нормально не собирает. Хорошо, еще раз. Вот сейчас точно последний раз я стартую. Так, я решил просто сейчас по принципу две кнопочки нажать. Все. Так. Вот это точно последний раз. Так, а там еще Макой ни разу не проиграл, да? Да, ни разу. Вот ты даешь. У меня уже 1024 есть, и вторая 512 уже тоже есть. Сейчас еще 256, 128, и можно сказать, я закончил игру. Огонь. Аксом нельзя ударить, потому что А это не это. А ну, что вы делаете, что это нахуй? Это да не спрашивай. Да. Это похоже на хуйню, где собираешь цифры. Это одно и есть. Так, ну это был хайд его. Ладно, еще раз. А пиздиться вы как будете этим? А никак, вот то первый 2048 соберет, то ты хорош. Серьезно? Угу. А играешь так, что? А в доте зачем в это играть? Не знаю, не спрашиваю. Влад нашел, Влад нашел. Случайно наткнулись. Я такой в Сапсару играл. Может вам это ссылку дать на приложение в Play Market? Нет. Мне интересно там. А, ну в Play Store, в Apple Store тоже могу. В принципе, без проблем. Зачем? Там мне интересно. Ты в Доте попробуй в такое поиграть. В Доте ебать так, сука. А ты видишь это, наблюдаешь, да, за нами? Я вижу один скрин, мне это уже нравится. Вот и мы так подумали. Нам это нравится, нам это подходит. Серьезно? Это так от. Ну точно последний раз. О, Женя проиграл. Сейчас вот точно последний. Потом еще. А, капец. Что я наркотики юзаю. Ага. А ты юзаешь? Нет. Ну, судя по тому, что вы играете, тут не ко мне этот вопрос нужно задавать. Кстати, Леонид, слышишь? То, что ты смотришь за этим? Я не смотрю за этим, я говорю, я увидел на скрин, все, меня уже накачало. Леонид, слышишь, не хочешь потом это? Это? Вот, понял. Ну, это того. Звучит как такое не самое... Довольно сомнительное предложение, это... Мы дотеры. Ну, это... Мы как бы дотеры, но мы не против. Пойдем это, да? Так ебать! Во-во, я ж о том же. Вот, ебать. Как говорится, осуждать даже не буду. Да-да-да. Так чё, Лёнь? Не, я лучше в костюме. Блин, ну, ребят, давайте не будем так. Нас же дети смотрят. Да-да, мы об игре. Да-да, конечно. Да, конечно. О, а как, я это просто рестартую. Какой шанс, что у меня две четверки появятся? 5%. 5%? Ёбаный рот! Какие нахуй летающие шары, наркоманы. Ну чё, ребят, заканчивать игру? Давай. Секунду, секунду.
Ты уже 20... Ой, хорош. Задрот. Я сделаю. Вот все ясно, я тебе представляю. Может, ты еще и математик. И что это первый ход? Я сделаю. Ты имел в виду, наверное, не первый ход, а... Ну, я только просто R нажимал. Первая игра. Вон, видите, счет 0. Сейчас приду. Как говорилось в одном хорошем фильме, саморазвитие — это онанизм, а вот саморазрушение... Что это за фильм такой интересный? Ты серьезно? Ты не мог его не смотреть. Я... Вот тут вот такая подсказка, там люди, значит, дерутся, есть клуб и есть этот... Бойцовский клуб? Именно он. Да. Я его, кстати, не смотрел. Это Я очень давно хочу посмотреть этот фильм, но я его тупо почему-то не смотрел. Не, я прекрасно понимаю, что это мега-классный фильм. Но реально, не знаю, вот так вот карты... Твою мышь! Артемидас, все из-за тебя. Что в смысле? Что твою мышь? Опять я, блядь, ты за шо? Да не, я тут просто так идеально все складывал, и так получилось. Ну да ладно. Что ты мне досмышь? Да что ты мы? Я плакать буду. Давайте в кастомку уже пойдем. Да, сейчас пойдем. Это что, не кастомка? Ты шо? Все, что в доте, все кастомка. Так, подожди, это получается сейчас у нас Маккоин уже рекорд поставил, типа, или что? Ну, то есть у меня уже пишет, что я победил. Я просто дальше играю уже, ну, собираю 4000. 96. 20980. Посмотрите слева, ну, нужно там еще второе, четвертое, пятое место. То есть вы там еще и рекорды ставите? Маккоин уже топ-1. А. Среди нас. Нет, среди всех. Не, вот смотри, там получается, видишь, 9244 рекордный. Да, я вижу. А у него сейчас 20. Не вижу. Угу. Сейчас, походу, заруинит меня. Есть. Ага, конечно, опять заруинил. Ну, я, короче, топ-3 здесь. Топ-3? Сколько у тебя? 540. Я, кстати, не вижу. А что тут такие низкие? У меня уже 10 тысяч уже. Ну, Маккоин еще не доиграл. А, очки выдаются после смерти? Там еще и умереть можно. Это я херню сделал, я в шоке. Чего, запорол все? Да, я загнал, короче, в угол четверку. А, я из этой позиции уже вышел. Я загнал ее, когда у меня было это, 512. Ну, 512 еще можно, но когда 2048, я так же. Еще одну 512. Так, у меня тут сейчас все на тоненько идет, так довольно. Блин, как же глаза разбегаются, как приятно, когда они стакаются. Чувство такое интересное. Мне вас жалко. Не сказал человек, который играет в Майнкрафт. Несправедливо. Это ты же Лёня меня посадил, на самом деле. Кто? Лёня. Да, конечно. Ладно, это был Мункуш. Уже ближе, что Мункуша тут нету, да? Да, просто Мункуша тут нет, поэтому... Я вот сейчас только что 2300 набрал, вот такими вот жили. Так, 156 здесь... Не, я лучше пока вот сюда все засуну. А, кстати, уже 7300. Если вам не все. Я так понимаю, Маккоин еще ни разу не проиграл? Ты все еще... Не, он проиграл. Нет, еще не проиграл, прикинь. Нет. Задрот. Не задрот, а развитый. Он просто, наверное, не клацал, как мы все подряд. Обычно работает. Разве ты кто думал тебе это?
клацать до тех пор, пока мы не решим то, что хватит. Ну, не, вот это точно у меня крайнее. Вот прям где-то, где-то мы уже это слышали. Да, где-то мы это слышали. Да ладно. Да ладно, с того момента, как я зашел, только 3 раза уже было. Крайнее? Да. Понимаем. Это как ластецкая и ультраластецкая. Главное не нажимать не, вверх. Это знаешь, как это, вот знаешь, когда я играл, когда мы с тобой играли, вот это вот. Давай еще одну пойдем, вот как выиграем, сразу закончим. Выиграем, да-да-да. Или ласт за 20 минут закончим. А где ты это слышал? Да не, такого быть не может. Короче, доигрывайте там, я сейчас найду. Давай. Блин, как же стрёмно, что-то у меня слишком много, которых нужно сложить. Так, 32, 64... Я хоть и загнал за четверку, но я все еще, блин, дальше собираю. Давай, давай, собирай. Просто вот место этой, ну, на место этой четверки все складывай. Тогда ты понимаешь, чтобы мне туда что-то... Ну, я... собрать. Вот, это, конечно, блин, у меня 1048 куда-то тоже отнести. А у меня уже 512, 120. Так, ну что, мой рекорд почти побил топ рекорда на данный момент. 9072. Хватит. Хватит тратить лишние деньги на дорогие игры, если их можно получить дешевле, чем в Steam. Заходите в магазин игр ImbaShow и получите возможность забрать PUBG за 199 рублей, новую FIFA 20 за 309 рублей, GTA 5 за смешные 189 рублей. Магазин постоянно пополняется актуальными новинками, а для всех новых клиентов целых 2 подарка. До 10 халявных игр на Origin и бесплатный ключ на игру в Steam. Заходи в ImbaShow по ссылке в описании.